вкусное! Пожалуйста, не ультраконт, все что угодно, только не... Сука! Рекомендую вам, ребята, подписаться на канал Димон8888. Соответственно, это каналчик у нас по танкам. Я у нас, соответственно, подписан. Вот, и что я хочу рассказать. Здесь, на этом, соответственно, канале проходят у нас стримчики. Практически каждый день выходят ролики интересные, на которые можно у нас, соответственно, поглядеть, полюбоваться. И, начиная с лета, будет конкурс на целых, соответственно, 50 контейнеров. Поэтому ссылочка на этот канал будет в описании. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 ультраконтейнеров, которые ты можешь забрать деньгами, если контейнеры тебе не нужны. И для участия нужно поставить настройки своего аккаунта, тег создателя контента Вайдер, а также лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, и написать комментарий со своим ником и словом «участвую». И все. Итоги будут проведены на моем стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем ролик по танчикам онлайн, и будем мы с вами, соответственно, покупать спецухи на своем основном аккаунте. Да, вот такие вот дела, вот такие пироги. У нас, соответственно, стартовал танкофонди, который у нас будет длиться целых 25 дней, и за это время нам нужно прям, постараться, чтобы добраться до суперпризов каких-то прям несказанно интересных. Есть у нас три вида спецух: за 20 тысяч танкоинов, за 6 вроде бы и за 1200 танкоинов. 1200 танкоинов, самая такая дешманская спецуха, если кто-то думает покупать ее или не покупать, я вам советую, ну, реально ее прикупить, потому что спецушка — это дело годное, это дело интересное, а где у нас может смотреть уровни, которых мы достигли? Танкофонд в фонде уже 300 тысяч имеет, и 37 победителей, 37 участников. Как я и говорил, каждый уровень — это будет у нас плюс 1 миллиончик к этому всему делу. И на самом-таки деле здесь у нас целых сколько? Здесь у нас целых 15 уровней, 15 миллионов. На последнем, соответственно, может себе зафармить какой-то приз. Еще не знаем, какие были предположения, что это будет Дика Шафт Легаси, но нет. Объясню почему. Смотри, такая тема, что скины — это дело хорошее, но скины в такой, соответственно, большой уровень разработчики могут засунуть только в том случае, если они нарисованы именно заново. Какие-то уникальные, супер прорисованные скины, которые уже взяты, соответственно, из старых танков, они навряд ли сюда будут засовывать, тем более здесь у нас уровень 15, шанс того, что мы до него дойдем, он прям, ну, практически равен нулю. Вот, потому что в прошлом году, когда был такой танкофонд, его участников и, соответственно, игроков было в два раза больше в танк онлайн, около 12-14 тысяч, мы дошли до вроде бы то ли 9, то ли 10 миллионов, то есть 9, либо, соответственно, 10 уровень, или даже, может быть, 11, не знаю, если честно, но, короче, не дошли мы до 12, 13, 14, 15, какие там уровни были, туда мы не дошли. Сейчас игроков танк онлайн еще меньше, и, соответственно, шанс того, что дойдем до 15, он равен практически нулю. Конечно, там 0,0001%, конечно, есть, но это дело такое себе. Тем более в танкофонд у нас добавляются призы достаточно странно. Типа, если ты покупаешь самую дешевую спецуху, добавляется косарь танкоинов. Если покупаешь за 6 тысяч, добавляется 3 тысячи танкоинов. Если покупаешь за 20 тысяч, добавляется 8 тысяч танкоинов. Почему не 10? Это, наверное, надо спросить все-таки у разработчиков, но да ладно, окей. Но в итоге, я так думаю, мы дойдем, ну, скорее всего, до 7 уровня, до 8 точно должен доходить. Типа, это 2 скин-контейнера, плюс, соответственно, новые слоты для ребят, которые играют без доната, плюс, соответственно, 30-ка ультраконтов. Ну, дело как бы хорошее. Даже потратить, ребят, 1200 танкоинов на это все дело, оно того стоит, прям реально. Тем более, если, опять же, мы дойдем до каких-то там несказанных уровней, в чем я сомневаюсь. Но вот, кстати, было бы неплохо дойти у нас до 12 уровня, броненосца себе забрать, и просто вообще замечательно все будет. Но опять же, я на своем аккаунтике сделаю все возможное, чтобы, соответственно, у нас это дело продвигалось как можно дальше. Ну и, естественно, мы с вами откроем те самые пресловутые контейнеры. Я, скорее всего, куплю у нас все спецухи, куплю свою счастливую спецуху за косарик, вот, потому что в прошлом году именно с этой спецухи я у нас выбил новое устройство.
Но это, скорее всего, я у нас обозрею немножко попозже. Так, следующая спецуха у нас, давайте по нарастающему. Вот эту вот тему возьмем, что говорится, был полтосик. И возьмем, как говорится, самых жир за двадцатку тоже. Пусть, как говорится, будет. Правильно? Правильно. Итого. Мы с вами добавили в фондик, получается, 11-12 тысяч танкоинов, что очень и очень неплохо. И у нас имеется 340 ультраконтейнеров. А, у нас же добавили еще новые вот эти штучки, теперь как выглядят. Ой-ой-ой, подождите. Санечка, 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 что ты делаешь, что творишь? Ну, кстати, по поводу вот этой вот всей темы измененной, как у нас выглядят теперь припасы, их меняли уже раза 3-4, а может быть даже и 5, это, как говорится, уже у нас то ли 7, то ли 5 изменение. Вот, по-моему, ну, по крайней мере, пока я не привык, как они выглядят. Серьезно. Ремки, какое-то все инопришеленское, я не знаю. Ловлю небольшой, как говорится, кринж с этого дела. Так, а что у нас вообще есть? У нас здесь есть крис броненосец, устройство, кстати, Гелиус, который я себе очень хочу. Паладинчик Тесла. Ой-ой-ой, паладинчик и Тесла бы выбить. Я бы себе тоже очень сильно хотел это все дело. Ну, естественно, устройство. Надеюсь, хотя бы мне что-то из этого дела попадает. Я имею в виду какие-нибудь интересные свечения. Хотя бы одно красное было бы уже, если честно, неплохо. Вот серьезно, ребят. Я не рассчитываю, что здесь у нас будет, как говорится, там 2, 3, 4 красного. Нет, хотя бы одно. Серьезно. Потому что до этого я у нас открыл 350 ультраконтов, мне не выпало ничего, и где-то на 400 мне выпало одно красное с трех тех ультраконтов. Но... Орех, не подведи. Я тебя умоляю, Орешек, пожалуйста, за себя и за Сашку. Иммунитет от оглушения. Хорошо, золотуха, отлично. Это у нас будет 100 тысяч, спасибо. Краска. Да, краска, поражающий фактор, окей. Мне кажется, самое обидное — получать золотого свечения 100 тысяч бесполезных, которые мне абсолютно никак не нужны. Вот если бы выпал броненосец, я бы еще понимаю. Кристаллики мне бы были нужны, я бы, соответственно, на них качал потихоньку, помаленьку броненосца. А так, как говорится, это дело такое себе. Прям, ну вообще такое себе. Но я надеюсь, хотя бы мне одно красное выпадет. Ну вот рыли. Типа, я что у нас? Зря, соответственно, покупал это все дело. Фиолка. Давай все краски. Во, минус две красочки. Тоже на самом-таки деле хорошо. Кто-то подумает, что это плохо, но нет, это хорошо. Потому что минус краски, которые падают с фиолетового свечения, это замечательно. Потому что у меня там еще куча устройств на корпуса, которые я себе должен выбить, должен зафармить. Это отличная для меня новость. Ну давай, да я же уже прям 1000 лет, я не знаю, 3 года не открывал прям в огромном таком количестве, ну, у себя на этом аккаунте контейнеры. Ну должно. Давай, за себя и Сашку. Так, Дарс, дротики, люблю, обожаю. Золотое, кстати, свечение. Краска? Поглощение. Угу. Еще золотое свечение, еще краска? Угу. Черное море, понимаю. Еще золотое свечение, еще краска? Нет, устройство Креатон для, кстати, твинса. Неплохо. Первое золотое свечение и устройство выпало. Не то, конечно, что мне нужно. Я бы хотел на отключение припасов на твинса. Было бы просто замечательно. А так... Ну, я говорил, Креатон, типа вот эти все устройства на заморозку, ну, они максимально бесполезные. Лично, опять же, для меня. Может быть, конечно, я им не умею пользоваться, и вы можете меня закидать тухлыми помидорами, но, по-моему, тот же самый поджог на все, соответственно, пушки, он будет намного-намного эффективнее. Так, золотой еще, давай, хорошо. Это плохо, Орешек, плохо. Так, это... Сирень. Сиреневая сирень. А чё так 100 тысяч часто падает? Карбоновые звезды. Сколько мне уже анимашек выпало? Чуть больше, чем до хрена? И сколько я уже контейнеров открыл? Тоже чуть больше, чем до хрена. Не. Орех, это плохо. Это очень плохо. Это прям не сказать. Я охренею, если мне действительно ничего не выпадет из ультраконтов. То есть я имею в виду красное. Я не то чтобы хочу. Я должен... увидеть красные свечения на своем аккаунте. Ну алло. Алло. Фиолка максимально.
Нейронная сеть. Так, сколько у нас осталось? 250, да что так? Что так мало? Да, давайте, ребят, перезаходик. Сделаем, как говорится, скилловый перезаход, чтобы все было хорошо. Я посмотрю, сколько у меня там красочек фиолетовых осталось. Сколько у меня, соответственно, осталось золотых. Но, по-моему, из золотого сечения я уже выбил у нас 4 анимированные краски, что не есть хорошо. Потому что из золотого свечения я хочу у себя видеть как раз-таки те самые устройства прикольные. Так, золотухи, да. Мы уже с вами много выбили. Вроде как они у нас уже сразу исчезли. Но еще до хрена у меня красок есть золотых. Посмотрите, какое их количество. Кстати, из фиолок у нас остается 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 красок. Ну окей, 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 окей. Потом, по идее, вроде как должны падать устройства. Но в моем случае, что будет падать? Правильно. 25 тысяч кристаллов, либо 100 соточка батареек. Ну то давай, я вырезать вообще ничего не буду. Вот типа как будет падать, ребят, так нам и будет падать. Потому что все-таки это ультраконты. Потратили мы на это все с вами дело достаточно неплохое количество танкоинов. То есть 25 тысяч, даже если быть точнее 26 тысяч, потому что я еще купил спецушку, то... Понимаю! X2, понимаю! И краска давай. Это орешек! Люблю, обожаю орех, ребята! Орех такой приколист, блин, на вот этот весь дров, конечно. Я вам отвечаю. Заходит как-то в бар орех и рассказывает историю. Такой, знаете, Вайтер. Был у нас такой, соответственно, может быть и есть, такой ютубер в танках. Захотел потратить 26 тысяч танкоинов на ультраконты. И представляете, захотел выбить с них красное свечение. Да, ну, дурак вообще, я не знаю, конченый какой-то. Ну, вот, по-моему, давай, сочельника. Да, давай. Давай мне сочельника, пожалуйста. Угу. Не, Орех, мы так с тобой не подружимся. Но реально. Но это так не работает. Орешка, ну это так не работает. Я тебе серьезно говорю. Ты что думаешь, я что ли шучу с тобой? Нет. Извинись. Извинись красным свечением, быстро. Кто там думает, что... Да ты издеваешься, ну какие 25 тысяч? Давай хотя бы краски. Спасибо, синий мармелад. Еще краску. Сука. А меня серьезно, мне сейчас все краски выпадут. Я сейчас, получается, у нас выбил 3 краски, у меня там осталось еще 4 фиолетовые красочки, которые я должен задропать. По идее себе, задропаются они у нас или нет, я тоже не знаю, потому что что-то мне кажется, что мне будут падать какие-нибудь 25 тысяч кристаллов. Даже батарейки были бы у нас, кстати, немножко поразумнее, нежели вот это все дело. Сколько у меня там осталось? Мне кажется, зря я перезаходил. Что-то я перезашел, и даже у нас золотыми не пахнет вообще ничем. X2, соответственно, по 25 тысяч падает краска. 190. А я начинаю уже переживать. Вот, как говорится, я начинаю уже переживать. А уж половина контейнеров у нас уже открыта, а красное свечение где? Красного свечения нету. Ага, давай. Дропай. Дропай что-нибудь хорошее. Так, иммунитет поджога, замечательно. Опа, красное! Да, детка! Не зря. Не зря я тебя дергал. Не зря я тебя дергал. Сюда. Просто сюда. Хоть это не устройство. Хоть это, ребята, не устройство. Но это скин на Теслу, который я хотел. Давай еще паладинчика. И будет все замечательно. Если выпадет вот это вот дерьмецо. Вот эти вот, соответственно, 5 дерьмовых скинов. Я расстроюсь. Я прям начну плакать. Серьезно. Но на Теслу скинчик у нас уже есть. Будем кататься теперь не как бомжи. Отлично, хорошо. Просто замечательно. Давай сюда. Вот так вот, вот так вот. Давай дальше. Давай не останавливайся, закидывай меня. А, следующее, можно в принципе вывести меня либо Гелиос, либо... Ну, либо Паладина. Даже окей. Чтобы у меня не было Гелиуса, чтобы не было такого прям супер-мега-нагибного устройства, давай мне скин бесполезный на паладина. Эх ты.
Чтоб прям было хорошо. Угу. Да не надо, ну куда так? Ну куда, ну что это такое? Ну какие 25 тысяч кристаллов? Ну это вообще никуда не... Так не делаются дела. Так дела совершенно не делаются. Нужно как-то эти дела немножко по-другому решать. Ну пожалуйста, ну по зязе. Мне, кстати, интересно, что еще в танкофонде будет за 15 уровень. Вот, потому что, ну, что-то секретное. Или, не знаю, они, может быть, это еще не придумали. Фиг его знает. Может быть, там еще что-то думают. Так, опять будет максимально фиолка, 25 тысяч, давай, я пошел у нас дальше. Естественно, 25 тысяч. Не устройство какое-то. Зачем? Правильно, зачем мне какое-то устройство, когда можно выдать 25 тысяч кристаллов? Там же у меня устройств совсем нету. Их там всего штук 20 осталось. Вот, а 25 тысяч кристаллов, это да, это дело хорошее. Это дело, как говорится, наживное. Правильно. Ну ладно, хотя бы одно красное мы выбили, это хорошо. Было бы неплохо еще хотя бы одно выпить. Я просто обрадовался. Но я прекрасно понимаю, что это орех, это танки, это ультраконтейнеры. Поэтому я, в принципе, ни на что не претендую. Золотое, кстати, неплохо. Давай устройство какое-нибудь еще по-братски. Ну, либо неоновая геометрия, тоже, в принципе, неплохо. Нет, это плохо. Это плохо. Над этим, как говорят, не смеются, над этим не угорают. Потому что это грустно, это печально. Выбирать золотое свечение и получать с нее анимешки. Ну шо? Давай, гадость. Чего-нибудь дропай. Устройство. Мне нужны устройства на корпуса. И устройства на пушке. А не 25 тысяч кристаллов. Так, иммунитет от пробития. Хорошо. Вот за это спасибо, потому что это паладинчик, это иммунитет от пробития. Хорошечно. Отлично. Сколько мне там интерес контейнеров уже осталось? Мне кажется, совсем да ничего. Ну, типа, мне кажется, я сам себе накаркал. Одно красное? Не, ну хотя бы одно красное. Это на самом деле уже хорошо. Потому что я-то думал, что вообще ничего не будет. Но краснуха, как говорится, тоже у нас нормальная тема. Тем более выпало то, что мне нужно. А могло выпасть какое-нибудь вот это вот говно из ультралинейки. Я бы тогда, не знаю, бомбил. Как маленькая девочка. 25 тысяч кристаллов, понимаю. Соточка осталась. Последняя, как говорится, ребят, сатыга ультраконтов, которую мы с вами открываем. Ну давай, не подведи. Ну давай еще одну. Не, ну 3, конечно, это я губу раскатал. Ну и на 2, на самом деле, губу раскатал. А чего ж там быть, и на 1 я тоже губу раскатал. Может, сколько у нас было? 340 ультраконтов. С 340 ультраконтов выбить, конечно, то, что тебе нужно. Это нужно постараться. Но одну вещь я выбил, кстати говоря. 25 тысяч? Из 25 тысяч я лох. Осуждаю. Не знаю, у нас какой-то ролик осужденец. Прям реально. Что не открытие, то осуждение. А кого осуждаем? Правильно, ореха? Потому что что? Потому что он у нас все деятели этой игры. Правильно. А это что? Я обычно, как говорится, рядовой у нас игрок. Я просто сижу, открываю, соответственно, и фармлю себе. Что-то вкусненькое. Точнее, пытаюсь фармить что-то вкусненькое. 25 тысяч? Если да, x2? Нет! Краска? 100 батареек! Повезло. Краска. Вопрос, ответ. Ну и давай. Иммунитет от поджога. Хорошо. Сколько мне устройств из фиолетового выпало? Это вроде третье устройство из фиолка, которое... Или даже четвертое, может быть. Устройство, которое мне выпало из фиолетового свечения. Но это печально. Это прям реально печально. Я-то рассчитывал, что хотя бы... Ну, не золотые свечения, не красные... Но хотя бы фиолетовые мне выпадут, ну, прям в огромном количестве. Потому что каждый 15-й ящик это у нас фиолка. И это 25 тысяч кристаллов. Устройство? Иммунитет пробития. Хорошо. Интересно, будет еще красный или нет? Ну, я хочу. Ну, прям рили хочу. Ну, это прям надо. Ой, ну давай, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Ну, сейчас должно, после такой-то молитвы. Ну как ты не дропнуть-то? А? Давай? Не 25 тысяч.
Уф. Иммунитет от Эми. Сколько осталось? 40. Ладно, давай еще один раз по пятнашке. И потом, как говорится, по 5 будем открывать, да? Да. Будем, короче, с вами дробить по 5. Не знаю, верю. Верю в эту тактику. Тактика, как говорится, рабочая должна быть. Вроде бы. А вроде бы и не должна. Ну, короче, посмотрим, поглядим. Что из этого у нас получится. Как и, соответственно, дропчики будут. Потому что из пятнашки мы красные выбили. Выбили. Теперь нужно из пятерки красные выбивать. Правильно? Правильно. Да, блин, опять только фиолетовая будет. А нет, красная! Пожалуйста, не ультраконт. Все что угодно, только не... Сука! Ну, все что угодно, только не ультра скины. Ну, что это за шляпа такая? Ну, не... Хантер ультра. Фу. Фу. Зачем Хантер ультра, если есть просто обычный Хантер? Это было плохо. Ну, как говорится, эти немножко у нас, знаете, ультраконты такие себе, потому что здесь много дерьмеца. Затунули дофигища, соответственно, скинов, которые мне не нужны. Вроде бы там даже все у нас открытые, которые, соответственно, были, которые есть, которые можно выявить. Кроме, естественно, всяких вот эти SE, ХТ, так, иммунитет заморозки, нормально. Давай хотя бы напоследок золотое. Я понимаю, что красного уже не будет, но золотух хотя бы можно. Давай, за себя и за Сашку. Нет, не будешь? Последние пятеро. Давай здесь золотое. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, не так же много прошу. Ну, пожалуйста. Понял. Хрен тебе за шиворот. Ну, и в общем-то, что мы с вами имеем. Перезаходим, смотрим, что у нас, соответственно, осталось из вот этого добра, который мы с вами зафармили. По-моему, чуть меньше, чем ни хрена. Да? Так, в итоге. И, соответственно, красного свечения. Я у нас выбил две вещи. Это ТС Луиксти и Хантер грёбаный ультра. Я, мне кажется, если были бы еще красные свечения, я потом выбил мамонта, вот эту шляпу. Из золотого освещения, ну, анимированные краски мы с вами проредили, потому что они падали, ну, реально в большом количестве. Устройство, конечно, всего лишь у нас вроде бы два штуки выпало, да? Или даже одна штука выпала. На твинса я помню. Да и вроде бы все. Вот, ну, фиолки у нас здесь хорошо. Все краски, соответственно, ушли. Теперь у нас остались только устройства. Их на самом-таки деле не так уж и много. Ну как не так уж и много? 24 штуки еще осталось. Но тем не менее, это все равно не так уж и много. Ладно, на этом мы с вами будем заканчивать. Кому понравился данный видеоролик, обязательно ставьте ему свои царские лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами был Вайдер. Всем пока-пока. Show.